Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание энергии испорченных вещей в вашем доме. Как именно эти вещи, которые вы игнорируете, могут принести проблемы с деньгами? Далее, друзья, все более подробно. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Друзья, кто ставит лайк, тому деньги приходят легко и с радостью. Вы знаете, каждая вещь в нашем доме имеет свою энергию. У одних она положительная и, переплетаясь с нашей энергетикой, приносит нам пользу, помогает привлечь что-то хорошее и светлое в нашу жизнь. А вот у других вещей она отрицательная, она влияет на нашу жизнь. И кроме неприятностей и проблем различного рода, такая вещь не способна ничего хорошего принести в нашу жизнь. Важно научиться вовремя избавляться от изношенных, порванных и старых вещей, тех, которые больше не пригодны для использования. Конечно же, изначально трудно научиться это делать быстро, так как к каким-то вещам или же предметам мы привыкаем. Какие-то за время использования стают для нас достаточно дорогими вещами и тесно переплетаются с нашей энергетикой. Какие-то нам преподносят в подарок близкие люди. Некоторые мы сами покупаем, но это не получается сделать сразу, так как приходится, как вариант, поднакопить определенную сумму денег. Поэтому, когда что-то происходит с такой определенной вещью, мы стараемся использовать их настолько максимально, как только это получается. Но и затем не выбрасываем, а откладываем в какой-то ящик для хранения или же выносим на дачу, на балкон, в погреб. И тем самым мы допускаем непоправимую ошибку и сами себе таким действием разрушаем жизнь. Почему, спросите вы? Что же в таких вещах и предметах такого опасного? Сейчас далее мы с вами более подробно об этом поговорим. Дело в том, что каждая вещь, каждый предмет, когда получает какое-то повреждение, он одновременно получает и повреждение своей энергии. И эта энергия становится уже нецелостной и с каждым новым днем притягивает к себе сильный и разрушительный негатив, который в процессе уничтожает уже не только ее энергетику, но и всего того, что находится вокруг такой вещички. А вы, не избавляясь от таких вещей, принимаете эти разрушительные энергии в свою жизнь. Продолжая ними пользоваться, тем самым вы нарушаете положительную энергетику вещей, с которыми соприкасаетесь. Многие люди, сами того не понимая, не готовы расставаться с такими вещами на энергетическом уровне, так как продолжают нести на своих плечах карму нищеты. Эти люди называют такие свои поступки как трепетным отношением к вещам, экономией, бережливостью, но на самом деле они просто хоть как-то пытаются оправдать то действие, которое не могут контролировать, понимая, что-то делают не так, что нужно что-то менять, но не понимают, что и как это делать. Чем быстрее вы осознаете, что это не что иное, как карма нищеты, тем легче и проще вам будет с ней справиться и избавиться от нее. Ведь пока вы это не сделаете, вы не будете стараться, вы не сможете начать новый жизненный этап и наполнить его новыми предметами, вещами, а соответственно и счастливыми событиями. Важно знать и никогда не забывать, когда нас окружает что-то старое, что мы всячески не отпускаем, когда пространство вокруг нас наполняют рваные, изношенные предметы интерьера. Даже если они и зашиты, они залатаны, заклеены, вы никогда не получите ничего нового в свою жизнь. Итак, многие считают, что амулет, который они когда-то приобрели, будет служить им вечно. Но это не так. Если он целый, то, конечно же, с каждым месяцем, годом он будет оберегать вас, и сила его никуда не денется. Но если он где-то надбился, надломался, на нем появились какие-то царапины, не жалейте его, ведь это означает, что он принял на себя достаточно сильный негатив, который его повредил, и больше он не может вам помогать. И от такой от вещички вам нужно избавиться и приобрести себе другой сильный амулет, который уже с новой силой будет вас оберегать и защищать от любого зла.
Порой в целях экономии женщины зашивают колготки, носочки, нижнее белье, думая про себя, что все равно никто данную вещь не увидит, ведь эти вещи можно надеть под штаны, в обувь и так далее. Вы знаете, вы таким образом даете себе установку, что готовы ходить в рваных вещах, что вам не нужно проявлять женственность, излучать сексуальность, что все равно никто ничего не увидит, притягивая такими словами в свою жизнь не только энергию безденежья, но и неприятные изменения. У вас могут начаться проблемы с лишним весом. Кожа на лице станет нечистой, вы начнете терять женственность, на вас перестанут обращать внимание мужчины, делать вам комплименты, и вы будете расстраиваться, огорчаться, а ваша вторая половинка, возможно, отдалится от вас. У вас начнут возникать недопонимания, хотя вам не на кого обижаться, так как вы получили то, что желали, перекрыв доступ к женским энергиям самостоятельно. Нельзя к такому допускаться. Вы женщина, а значит, всегда должны выглядеть соответственно. Одежда должна быть чистой, поглаженной, не иметь никаких дыр, потертостей. Если колготки или еще что-то порвалось, сразу отправляйте это в мусор. Так вы будете излучать силу, сексуальность, женственность и получать соответствующее внимание взамен. Старые вещи, которые вы не носите по ряду причин, не подходят размеры, не нравится больше фасон, изменилась мода, также должны отправляться на мусорку. Если же вещи довольно хорошо выглядят, отдайте тем людям, которые действительно в них нуждаются. Таким образом вы избавите себя от ненужных проблем, а данным людям поможете выйти на новый, более успешный жизненный этап. И благодаря вашему действию перед ними откроются новые жизненные возможности. Также в вашем доме не должно находиться и таких предметов интерьера, как старые шторы, скатерти, пледы, даже если вы эти вещи сможете красиво и аккуратно заштопать. Вы не сможете исправить их уже разорванную энергетику. И продолжая использовать такую вещь, вы и далее будете притягивать не только в свою жизнь различного рода неприятности, но и в жизни тех, кто живет в таком доме. Вы можете заметить, что строите планы или у кого-то из вашей семьи уже вот-вот должны были произойти какие-то приятные изменения, а что-то происходит и кажется, что все куда-то провалилось, что как дыра засосала все ваши старания. На самом деле так и есть. Данная дыра на вещи отбирала постепенно энергии. Человек сопротивлялся, шел к своей цели, пока ему хватало энергетических сил, но они закончились, и все его или ваши старания в результате оказались напрасными. Помните, не должно быть в доме и посуды со сколами, даже если вы когда-то приложили много усилий для того, чтобы приобрести данный сервиз, блюда, пиалы и так далее. Потому что, используя такую посуду, во время приема пищи вы будете постоянно разрушать свое энергетическое поле, а также притягивать в свою жизнь негатив, который сделает вас подвластным изначально более сильному влиянию со стороны, а затем перестанет пропускать какие-либо нужные для вас энергии. Еще со временем вы начнете терять все то, что уже имеется в вашей жизни. У вас могут начаться денежные проблемы, с которыми вы как вы бы ни старались, не сможете справиться. Вы будете постоянно терять деньги, при этом на что-то постоянно непредвиденное. Вам придется начать одалживать деньги, чтобы хоть как-то справляться с определенными ситуациями. С каждым разом все будет становиться только хуже, и все это будет приводить вас к безденежью. Также не должно быть и поврежденной посуды для приготовления, техники, которую вы используете для этого. Помните, кухня все-таки сакральное место, а вы, оставляя на ней такие предметы, будете разрушать энергетику вашего дома, что понесет за собой проблемы со сном, нахождением в доме, вам даже будет хотеться выйти как можно быстрее, а также это способно привлечь депрессию, от которой будет совсем непросто избавиться. Негатив очень быстро завьет всю кухню, а вы, готовя на ней и используя такие предметы, будете передавать этот негатив членам своей семьи и себе, из-за чего ваши жизни начнут разрушаться, а проблемы и неприятности начнут наполнять.
Очень немаловажным является также и то, что в вашем доме не должно быть порванной обивки на креслах, прогнутого, надорванного матраса на вашем спальном месте, так как это не только способно причинить вам вред, но и привлечь к вам беды. В таких местах человек отдыхает, восстанавливает свое энергетическое поле, а когда они порваны, испорчены, значит, они несут в себе сильную негативную энергию, а человек во время сна подвержен в большей мере любому негативу. Он будет в такие моменты его окружать, обвивать и перекроет доступ к поступлению абсолютно всех энергий, что кроме вреда ничего хорошего не принесет. Поэтому, если у вас есть что-то такое, нужно срочно сменить обшивку, избавиться от старого матраса, купите новый, пусть и недорогой. Таким простым действием вы убережете себя от серьезных проблем. Ни в коем случае не должен быть и стол с повреждениями, так как это тоже сакральное место в доме. Он способен приумножать все то, что будет притягивать. Повреждения на нем будут притягивать сильный, разрушительный и даже губительный негатив, который приведет вас к нищете, а также проблемам, с которыми вы не сможете, возможно, справиться. Если у стола будут скрипеть ножки, это притянет к хозяину дома проблемы со здоровьем, поэтому не рискуйте. Следите внимательно за таким важным интерьером мебели, чтобы потом не жалеть о том, что вы допустили ошибки. Поломался – почините, не подлежит починке – обязательно замените, в данном случае по-другому никак. На столе не может быть и надорванной зашитой скатерти, так как это ничего хорошего не принесет в ваш дом. Вы будете выносить из дома деньги, которые старались накопить в своей жизни. Вы знаете, часто люди привыкают к своему кошельку, считая, что он способен сохранять денежную энергию на протяжении всего времени. Но это всего лишь заблуждение. Если на кошельке появилась хотя бы одна дырочка, сломалась молния или же он потерся, его нужно заменить на новый, иначе проблем с деньгами не получится избежать. А новые денежные поступления никогда не придут в вашу жизнь, так как вы заблокируете вход для денежной энергии. Главное, избавляйтесь от старого кошелька, соблюдая все правила, и тогда проблем с деньгами у вас точно не будет. А новый кошелек должен быть денежного цвета, а также из натуральных материалов, поэтому не экономьте на аксессуаре, он поможет вам приумножить финансы. Также, пожалуйста, научитесь избавляться от того, что мешает вам. Делайте это быстро и не задумывайтесь о том, что, возможно, это что-то когда-то вам пригодится. Эту тень сомнения ваши мысли посылает негатив, который начал распространяться, но еще не распространился до такой степени, чтобы начать вами и вашей жизнью управлять. Сделав несколько раз такие действия, вы увидите, что с каждым разом вам это будет удаваться легче и легче. Если какие-то проблемы были, все уйдет. Деньги начнут вас окружать и наполнять вашу жизнь, а нищета останется далеко позади. Вы действительно сможете разорвать с ней кармические отношения. Если же у вас есть какие-то старинные вещи, которые вам очень дороги, вы должны хранить их правильно. Для них в шкафу у вас должна быть отдельная полка. Заверните их в белый кусочек ткани, проговорив при этом такие слова: «Эту вещь как раритет сохраняю, ее со своей энергетикой не переплетаю. Она просто в доме моем лежит и вред никому не причинит». Но есть, пить или носить такую вещь точно нельзя. Друзья, также помните о том, что любая вещь в нашем доме несет энергетику. Это касается и фотографий. Если есть фотографии, на которых запечатлены люди, которых уже в нашем материальном мире нет, с такими фотографиями нужно прощаться. Что значит прощаться? Конечно же, вы можете их спалить, это идеальный вариант, но очень часто мы хотим хранить память о своих предках. В этом случае купите альбом или несколько альбомов и этот альбом с фотографиями возьмите, отправьте или в черный тканевый мешок.
или купите черную красивую какую-то коробку. И эти альбомы отправьте их туда. И время от времени доставайте. Таким образом, вот именно находясь в этой коробке, именно фотографии с этой энергетикой, они не будут распространяться по вашему дому и, соответственно, мешать вам дальше двигаться. Также отправьте в такую черную коробку и те вещи, которые вам дороги, но вам мешают, например, из-за декора, или из-за того, что они не в моде, или еще какая-то возможно причина. Но время от времени вы любите возвращаться в свои воспоминания. Это очень хорошо, но очень важно, чтобы энергетика этих вещей не нарушала целостность вашего на энергетическом плане вашего дома или квартиры. Друзья, помните, пожалуйста, об этой очень важной и ценной информации. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наша информация была для вас полезна. Поэтому обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Друзья, смотрите с удовольствием, потому что очень много ценной и важной информации. Всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.